Власти США задержали 42-летнего жителя Аризоны Ахмеда Мохаммеда Эль-Гамаля по обвинению в вербовке студента из Нью-Йорка для отправки его в военный лагерь группировки Исламского государства, ИГ, сообщает Рейтер со ссылкой на материалы суда Манхэттена. Террористическая группировка «Исламское государство» является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За 3 года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности, в Ливии. Единого фронта борьбы с ИГ нет, с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США, пока ограничивается ударами с воздуха, а также курды и ливанские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали беженцами.